конструктив металлоискателя Garrett S250 и небольшая инструкция по сборке. Итак, конструктив. Задняя часть штанги S-образного типа. Пластик и подлокотник, алюминиевая труба, полароновая ручка и сам блок, естественно. Здесь фиксатора к средней штанге идут. Здесь винты крепления самого блока. Здесь, естественно, фиксация непосредственно самого подлокотника. Итак, дальше. Средняя штанга. Эти два идут. Непосредственно один идет для, и здесь два точнее, для фиксации средней штанги к задней части штанги. Зажимаем здесь. Устанавливаем. Тоже идет алюминиевая часть. Здесь фиксаторы сработали. Дальше идет средняя часть. Средняя часть металлоискателя, которая тоже регулируется. Средняя часть самой штанги. Ближе. Дальше. То есть в данном случае это пластиковая штанга, которая позволяет регулировать тоже высоту. Здесь мы имеем две резиновые прокладки, которые позволяют хорошо фиксироваться катушки по штанге. Итак, дальше фиксация катушки происходит таким образом. Здесь вставляем ровно по центру, берем винт крепления. Это держит или наоборот. Дальше производим фиксацию кабеля на штанге. Делаем таким образом, чтобы здесь хватило и так, чтобы здесь не переламывался гермовод. Проводим момент. Дальше. Здесь у нас разъем. Здесь есть часть, которая не позволит вам неправильно установить разъем. Дальше. Есть блок. На блок одеваем чехол. Таким образом мы видим металлоискатель полностью в собранном виде.